Время уже 5:30. Я за это время успела смонтировать вам влог. Получился большой. Ну, про Ханты-Мансийск. Я покажу, где я жила. Будет рендериться 1,5 часа. Ну, и плюс успела поработать уже работу. Здесь я успела почистить картошечку. Сейчас набираю водичку. И знаете, что хочу? Хочу вам кое-что показать. Так, сильно не буду включать. Хочу сварить картошечку, как это делалось раньше. Берем чеснок. Ой. Сразу высыпаю соль. У меня здесь 1,5 ложки. Ну, вот так вот. Все не высыплю сейчас. Сразу сюда все это дело отправляю, порежу картошку, и это у нас будет картофельное пюре, толченочка, вкуснятина. Сейчас ее на колечки порежу, чтобы разварилась лучше, и сюда отправлю. Остановиться, в смысле, чтобы однако. Я уже достала котлеточки, которые делала. Мы с вами вместе делали их в заготовку полуфабрикатов. Это куриные с творогом. Буду на сковородочке сейчас обжаривать на медленном огне чуть-чуть маслице. Для себя отметь. Я делаю все. Мне говорит просто другой человек, что делать, и я это делаю. Я знаю, как это делать, я знаю, где это делать, то, что мне говорят. Хотите котлетку погрызть? Да ничего времени не откажется. Лесенька? Лесенька? Алло? Ему запахло? Я чувствую. Активизировал. Мне бы сын зимой почему-то воняет. Тебе? Да. Ну, Саша, я не знаю. Сейчас снова засяду за компьютер, поэтому сняла крышку, чтобы, ну, когда пойдет пена, не проворонить этот момент и потом не заниматься мытьем плиты. Все, котлетки здесь на медленном огне сейчас будут готовиться. Здесь все варится. Таким будет сегодня наш ужин. Да, вы не ослышались. Кто-то скажет, а где же обед? А обед уже все. А все, уже все. Проморгали, просидели. Ну, я на самом деле и завтрак пропустила. Получилось так, что я вот только, наверное, час назад чаек с пару печенюшками перекусила. Вот, в принципе, это сегодня вообще был мой на весь день рацион. Ну, и вот получится сейчас в 7 часов приготовиться ужин, и будет вот таким вот ужин. Так что... Один раз в день сегодня поели, чем не диета, кстати говоря. На улице пасмурно, холодно, тоскливо, осень. Вы можете здесь заметить, я немножко проредила помидоры, убрала веточки. Вот это не убираю ничего, смотрите, какие огромные у меня тут помидоры. Я их не трогаю руками, потому что я их поставила, чтобы они не завалились. Ну а здесь уже... Осень наступила, высохли цветы. Перец у меня так и не пошел. В цветы он хорошо пошел, отцвели там завязи. Но я его домой уберу, вот тот большой. Дома будет доходить. А эти мелкие красавцы тоже будут дома. И помея, конечно, в самый-самый последний момент. Не успела она нас порадовать сильно, потому что... Цветок зацветает, тут же в этот день отцветает и отваливается. Ну, холодно ей. Настолько холодно, что у меня вот яйца здесь вот стоят, потому что от окна прохладно. Ну, вот такие нынче погоды. Я здесь сижу, работаю, значит, сертификаты рисую. Вот, в общем, такие сертификаты, получается, спойлерну, да, немножко на Ханты-Мансийск. Для новоселов вот один и такой синенький второй. Совместно две компании делают акцию. В общем, я под эту акцию, кто получит эти сертификаты, знаете, их рисовала я. Ну что, поехали дальше. И приехали, собственно говоря, мы сюда. Знаете что? Здесь котлеты. Я залила их водичкой. Добавила специи. Специи обычные, кориандр молотый дала. Дала армянскую приправу немножко и добавила лавровый лист, вы его видите. Затем налила водички и немножко загустила все это дело мукой. Котлетки, получается, знаете, стушились.
вот в этом всей бульончике, вот в этом всем, да, подливе. И очень они классненькие, вкусные на вкус получились. Мы одну уже попробовали с Игорем. Все здоровски, классно. Но мало. Но мало, да, я понимаю, что мало. Смотрите, как уменьшилось. Столько котлет было, да, вот я их еле-еле сюда впихивала. И вот них сюда еще три войдет. Ну, это нам как раз сейчас вот на поужинать. На завтра уже нету. Значит, это дело я закрываю. Очень удобно, очень хорошо, очень-очень вкусно. Серьезно, очень вкусно. И практически, да не практически, а так и есть диетично. Здесь у меня картоха подошла. Сейчас ее буду мять, это все дело сливаю. И что еще? Значит, это, наверное, ну нет, пусть томится. Картошку сливаю, буду мять и готов ужин. Девочки, я много раз показывала, как я делаю пюре картофельное. В общем, сюда масло кладу. Так, побольше сейчас положила, потому что Саша попросила, ей очень нравится. А Саша у нас такой едок, знаете, пока ей нравится, надо успевать. Накрываю, пусть масло разойдется. Здесь обязательно я разогреваю молоко. Его надо периодически проверять, чтобы оно тут не закипело, а то я могу. Вот. Сейчас разойдется. Так, здесь я уже все выключила. А, пока идем, знаете куда? Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Вот, самый важный ингредиент при приготовлении пюре. Без него, лапулечки мои, зайчики мои, девочки мои, красоточки, курочки, цыпочки, не получится ничего. Да шучу, получится, конечно, у каждой хозяйки свои, как говорится, прибамбасы, у меня свои. Но я делаю так, чтобы было вкусно. Так, ну что там, берегитесь, девочки, а то вспотеете. Масло расходится. Тут, ну, еще такое. Минутку добавляем. Я обычно в другой кружечке это все готовлю, но там я ее запачкала, разводила муку. Мне нравится вот эта вот кружка, она очень классная и объем как надо, ну, в общем, как-то так. Здесь я уже все выключила, опять попала на мытье плиты, но это каждый раз после приготовления. Так, таблетки надо выпить, а то забуду. Подождите, идет лечение. Самое главное тут не проморгать, иначе можно попасть на мытье микроволновки. Ну, в принципе, 20 секунд. И просим дорогого мужа, дорогой муж, помогите. Так и шо? Помогите. Так и шо? Помогите. Так чем помочь-то? Пошли. Толочь. Значит, берем толкушечку советскую. С этой стороны. Тебе крышку открыть надо или что? Не-не-не, чем помощь? Потолки. Сила нужна, потолки? Мужская. Иди давай. Так а что, потолки-то тут при чем, я не понял. Толки картоху. А, я думал, просто крышку открыть, а то уж сама там дальше. Шутки за 300. Да, да, да. Так, на полотенце. И вот это вот все. Я все. Нет, не все, ты хорошо, давай, хорошо. А, нифига горячий. Подыши над картошкой, тебе же сказали. Да я сейчас туда, знаешь, что надышу, Игорь? Да дышу туда сейчас, знаешь, чего? Сам знаешь, чего. Так, это я убираю, это мне на пирожки понадобится. Не хватит там. Кого? Ну, ты сказал, что такая картошка так умялась, ты ужалась. Ты сказал 150 грамм масла, а тут ты уже половину использовала. Па, ну я с учетом же картохи, ты чего? Я 180 купил. Тем более. Так что давай, просто разминай. В магазине неудобно было отрезать. Так. Надо дверцы закрывать, а то Игорь ругается, что я их не закрываю. Так, это... Зачем я... Я что-то держу его. Даже чтобы ты держал кастрюлю. Она горячая. Так. Я не врала про пустой холодильник. Масло убираю. Вот, осталось три перца, салат, огурцы, здесь апельсины, вот капустейка. И Сашин подарочный торт от Мусы Вахаевича. Муса Вахаевич, вот. Остался один кусочек, да, второй день уже им завтракает.
Очень вкусный, классный тортик. Да, вкусно, спасибо. Так, ну что, пап, как успехи? Не знаю, что-то ничего не получается. В смысле? А ты... Но она вся раздавилась, целой больше нет. Так все правильно, это хорошо. Так, иду за Ентой. Как ее? За молокой? Да, дай мне теперь полотенце. С чем давала? Подержался и хватит. Так, теперь нам предстоит задача донести млеко. Как там, да? Яйки, млеко. О, девочки. О, красавицы. Несем. И выливаем. С пенкой? Да, давай сейчас посмотрим. Не надо бояться, что здесь может показаться много молока. Да, оно сейчас быстро впитается. Да. Но вот этой кружки, я думаю, должно хватить. Давай, доливаю тебе. Может, еще даже понадобится. Да нет, не понадобится. Да. Самый важный в этом процессе момент, это чтобы вам помог ваш супруг, мужчина. У него сильные руки, он может это сублимировать очень даже в мягкую такую субстанцию. Я не пользуюсь блендером, я пользуюсь Игорем. Я пользуюсь даже... Потому что, ну, блендер, он это все дело в крахмал превращает. А мы-то хотим картофельное пюре, а не крахмал. Так что взбитый крахмал, вот. Красота. Заботливыми ручками. Игорь старается. Вот видите, захотел ребенок картофель. Вернее, ребенок захотел картофельное пюре. Родители стараются. Пожалуйста, лишь бы ребенок ел. Ну, она нас тоже радует всячески. Достойно. Ну, что, молодец. Все. Ну, давай, я еще потыкаю. Да я не знаю смысла, потому что... Я для этого, как это сказать? Для близиру. Для близиру, да? Видишь, вот мы снимаем без подстанов. Да, да, да. Все, без сценария. Без подстанов. Игорь взял, взбил. Вот, я пошла добивать. Знаете как, простите, все болеют, причем он ушел. Сюда добавила чеснок, такой аромат чеснока. Посмотрим, что Саша скажет, я ей ничего не говорила. Она у нас, конечно, ценитель. Здесь такой стоит сейчас аромат чеснока. Я Саше не говорила, что добавлю чеснок. Посмотрим, что она скажет. Но я помню, что бабушка так делала при варке картошки. Да, Игорь, твоя же мама, по-моему, так же делала. Чеснок добавляла. Может быть. Я помню, у Игоря мама, когда мы в Нефтеюганск ездили, она варила картофель, и она есться не могла. Такая вкусная была картошечка, пюрешечка и просто картошечка. Вот, и мама, по-моему, добавляла чеснок. Ну, мама, если вы смотрите нас, напишите, пожалуйста, в комментарии. Вроде бы я не ошибаюсь. Ну вот, сейчас все это дело промну. Ну и, как вы знаете, поставлю сюда, заверну, уберу в это одеялко и будет доходить. Ну и, конечно же, положу сразу Игорю, чтобы он поел, а остальное будет ждать Сашу. Саша укатила к Кате, сказала, если пойдет дождь, если можно ее забрать. Ну, в общем, дождь пошел. Я ей пообещала, что я поеду, заберу ее. Ай, так зябко, холодно. Вот, вот такой вот день, друзья, прошел у нас, представляете? Ладно, давайте... Сейчас картошкой закончу, мужа покормлю, работу доделаю, у меня уже почти все сделалось. Здесь рендерила, сейчас выставлю, дел-то куча-куча. Картошечку я уже положила, сейчас буду накладывать котлеточки. Так, без письма. Обязательно подлив или подливка. Вот такая вот вкуснота получилась. Почти диетическая, если не считать мясо, если не считать масло, которое, да, я положила в пюре. Ну и может быть размер порции. Но это мужская порция, поэтому всем приятного аппетита, кто сейчас нас смотрит и кто сейчас завтракает, обедает или ужинает.
А здесь пюрешка стоит, томится и Сашку ждет. Ну, а овощной спонсор сегодняшнего нашего ужина наша соседушка Алена. Алена, тебе большое спасибо. Очень-очень вкусно. Мы с Сашкой вчера подъели. И вот сколько осталось. Все свое, все домашнее. Так что, пап, тебе приятного аппетита. Спасибо. Попробуй, скажи, как вкусно. И вам приятного аппетита. Что пробовать? Еду. Писчу. А я у тебя умыкну огурчик. Ну, прикольно, да, с этим, с чесночком. Да? Ну, мне нравится. Я тут... Сашки, я не знаю. Ну, вот узнаем. Я тут вам прохрумстю огурчиками. Да, все супер. Скажи же, не жареные, классно, да, вот не жирные вот эти в масле. Вообще. Как там говорит Обломов, да, кушайте много, кушайте вкусно, а я добавлю, кушайте еще, наверное, полезно. Хотя бы иногда. У нас это не всегда получается прям полезно. Вот, а мы пойдем посмотрим Катю Сабель, чего там случилось. Ну, надеюсь, все хорошо. Извините, что я жую. Я так перекусываю. Ну, и до завтра. Пока-пока.